Днестровские спортсмены завоевали 10 медалей в Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходили в Краснодаре. Участвовали 330 спортсменов из России и Приднестровья. Два золота у призера Олимпиады Алексея Каравашкова. В 2012 он выиграл бронзу в Лондоне. Еще один лучший результат показал Андрей Ласкарунский. У него первое место в заплыве байдарок-двоек. У байдарочников еще три серебра. Медали взяли Иван Епишин, Василий Погребан и Зоя Манаева.